Педиатрическое отделение областной больницы имени Середавина представители благотворительного фонда передали новое оборудование для пациентов с редкими заболеваниями. В чем заключается принцип работы аппарата и чем он поможет не только пациентам, но и врачам, расскажет Полина Чулюкова. Этот небольшой прибор теперь будет помогать врачам-педиатрам спасать жизни маленьких пациентов. Визуализатор вен – новое специальное оборудование, предназначенное для детей с редкими заболеваниями. Он помогает врачам быстро и точно определить местонахождение вены для инъекции и забора крови. В аппарате есть специальная лампа с специальной длиной волны, которая при попадании этого света на кожу светится подкожной жировой клетчаткой и вены, которые находятся не глубоко. Они не поверхностные, но в среднем залегании. Поэтому их видно, их легко визуализировать. И поэтому постановка каких-то катетеров и попасть иголкой в вену гораздо проще, чем вслепую. Новое оборудование в больницу предоставили представители благотворительного фонда. В рамках проекта «Даже венам нужен свет» фонд помогает медучреждениям в регионах и федеральных центрах. И мы очень рады, что теперь в больнице Середавина есть такой островок безопасности. Современное оборудование повысит качество оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.